Вот короткое видео решили с Леной записать о том, как найти себе учителей и максимально эффективно использовать их. Ну вот наши учителя, Рафаэль, Фешин, Дега, Тулус-Лотрек. Вот мы опираемся на их рисунки. Вот. И вот то, что мы сейчас пытаемся донести до вас, вот эта вот тема использования своего рисунка для того, чтобы его доработать и использовать затем в живописи. Вот такие вот рисуночки уже наши пошли, которые доработаны, и некоторые из них уже использованы в живописи. Если вы хотите двигаться в направлении обучение изображения натуры, изображения человека, а это очень сложный вид искусства, то, конечно же, вам надо найти своих учителей и научиться работать по воображению, подтянуть свои знания по пластической анатомии, сделать вот такую обязательно стеночку, которая для вас будет, ну, таким иконостасом, таким учебным пособием, на которое вы сможете всегда подойти, посмотреть, сравнить, определить свои ошибки и выработать план дальнейших действий, где у вас слабые, где сильные стороны. У нас такая стеночка есть, и не одна. У нас много таких по разным направлениям блоков. И мы все над ними работаем, непрерывно работаем и используем. Так что дерзайте, задавайте вопросы, как это сделать, на что опереться, на кого опереться. Мы всегда с вами.